Привет, гражданин Российской Федерации! Ты уже, конечно, слышал про Пушкинскую карту, по которой за счет государства ты сможешь посещать культурные учреждения твоего и других городов, если тебе от 14 до 22 лет. Хотим напомнить, тебе доступна обширная культурная программа. Нет, не так. Не просто обширная. Огромная! Смотри сам. Театры, музеи, балет, опера, консерватории, филармонии, выставки, экскурсии, фестивали и... Теперь, внимание, с этого года еще и кино. Да, по Пушкинской карте можно покупать билеты в кино. На какое кино, спросишь ты? На самое разное. Драмы, комедии, триллеры, приключения, боевики, фэнтези, спортивное и историческое. Доступны почти все премьеры российского кино. И мультфильмы, кстати, тоже. Зайди на портал культура.рф. Там можно посмотреть всю афишу и даже билеты сразу купить. Не хочется верить, что такое возможно, но если тебе от 14 до 22 и у тебя еще нет Пушкинской карты, просто оформи ее. Бери свой смартфон, скачай приложение «Госуслуги Культура», потом авторизуйся через свою учетную запись «Госуслуг». Подтверждай выпуск, и она твоя. Все, теперь веди себя культурно. Для этого в этом году на твоей Пушкинской карте уже есть 5000 рублей. Не дурно, а?